август, не август. Ну ничего не делаю, просто хочу выйти. Да ты не хочешь выйти. Да ты чё? Ты хочешь убежать. Ну потому что это легче. Чем что? Чем что? Чем остаться, да. Нет. Чем останутся с тобой, да, уже легче. Ну? Что ну? Кто-то громко делает. Кто-то громко стучит. Кто-то шумит, понимаете? Ну больно уже, Макс, ну хватит. Мне же все спокойно. Не выпущу. Пусти меня, я задыхаюсь уже здесь. Нет. Почему я... твое желание сбылось? Ну, оно и так сбудется, если это будет моим желанием. А я хочу детей. Хорошо, давай. Если ты меня не выпустишь, то... то мы должны пожениться. Через 2 месяца. Ты уверена? Да, я хочу, чтобы у меня было очень шикарное обручальное кольцо. Ты уверена? Да. Прям уверен? Да, я хочу короткий медовый месяц на Мальдивах. Ну, типа, я это не устрою, и поэтому ты такой хочешь, да? Ты уже 3 часа. О, да. Она меня обещала свозить в мечеть. Ух ты, прямо сейчас. А сейчас я тебе говорила. Ночь предопределения, когда мусульмане всю ночь молятся, посещают мечеть, пьют чай в обществе друзей. Ну это религия, просто религия, да? Я всегда в эту ночь загадываю желания. И они всегда сбываются. Бла-бла-бла. Да, в прошлом году я загадала очень невероятное желание. Какое? Какое? Не могу тебе сказать. Я подозреваю неладное.